Как вы видите, здесь растет небольшой декоративный огород. Идея была в том, чтобы сделать его максимально удобным, маленьким, чтобы, пробегая мимо, можно было схватить пучок зелени для салата и что-нибудь еще, но чтобы это ни в коем случае не напоминало деревенские какие-то огороды, вот эти вот дикие плантации. Соответственно, взяла лист бумаги, разлиновала, посмотрела, где идут тропинки основные пробега от дома до реки, и таким образом получилось некое зонирование. Свободное пространство было заложено спанбондом, на который, вот его можно здесь увидеть, на которой сверху была насыпана щебенка. Таким образом, мы боролись с сорняками, чтобы дорожки не зарастали. На ширину доски были сколочены короба удивительной формы. Даже невозможно описать, что это за формы. И прямоугольники, и трапеции, все что угодно. Это просто вот кому как на душу легло. В эти короба была засыпана земля 50 на 50 с навозом. И впоследствии пришла мысль накрыть грядки, накрыть землю мхом, оставшимся от строительства дома. Осталось нереальное количество мешков этого мха. Это своеобразная мульча, абсолютно бесплатная, но удивительно удобная. Взрыхлила землю и сверху уложила вот этот мох. Если его приподнять, то мы можем увидеть, что сорняков здесь нет. Нет доступа света. В жаркие дни сохраняется влага. В общем, все преимущества, как говорится, из подручных средств мы получили абсолютно беспроблемный огород. Я месяца полтора просто не занималась прополкой на тех грядках, которые были заложены мхом. После однолетнего использования статичных опор для каждого растения пришла мысль, что, так как опоры эти были небольшие, а помидоры колосились все выше и выше, пришла мысль использовать вот следующую конструкцию. 2,5 метра брусок брался, на 50 сантиметров вбивался в землю, делалась рама, на которую укладывалась сетка. Таким образом, можно каждое растение подвязать на удобную высоту, и растение получает свободу. Чтобы уменьшить урон растениям, которые подвязываются, была применена следующая схема. В землю вбивались остатки арматуры, к ним подвязывалась струна, и крепление помидор, вот эта веревочка, используемая в качестве опоры, она подвязывалась непосредственно вот на эту веревочку. Таким образом, ветер не может поломать и повредить растение, смять стебель, потому что, я знаю, многие подвязывают помидоры за стебель. Я считаю, что это наиболее щадящий вид подвязывания помидор. Как мы видим, здесь используется та же самая система подвязки растений. На мой взгляд, это гораздо удобнее выращивать огурцы таким образом, чем искать их в листве, расползшейся по грядке. Здесь также уложен мох, сохраняющий влагу. Здесь гораздо удобнее снимать урожай с вертикальных шпалер. Собственно говоря, и все. Очень хорошо проветриваются, пока висят. Соответственно, благодарно плодоносят, не болеют. Я считаю, что от шпалерного использования одни плюсы. Маленький совет тем, кто выращивает чеснок. Совет старых деревенских людей. После того, как чеснок выгоняет стрелу, еще где-то в середине июня, стрела эта обрывается, вот эти все хвостики подвязываются в узелок. Таким образом, все соки, впоследствии еще 2 месяца ему сидеть в земле, все соки уходят в головку. Вот, в принципе, ему еще месяц где-то сидеть, полтора, мы можем выдернуть чесночину и посмотреть, чего мы таким образом добились. Ну, как мы видим, головка достаточно крупная уже, а ему еще 1,5 месяца сидеть. Вот, собственно говоря, вся премудрость. Несмотря на то, что, как вы видите, площадь моих огородных угодий достаточно мала, этого вполне хватает, чтобы закрывать достаточное количество банок и огурцов, и перца, и помидор. На нашу семью хватает.